Салют всем, это прослушка. Наконец-то этот день настал, когда я записываю прослушку на масло черного тмина. Блин, как вы меня завалили все-таки этими комментариями, типа прослушай масло черного тмина и так далее, там и кучу его треков. Окей, я прослушаю его сегодня, но для начала мы послушаем EP молодого перспективного рэпера, зовут его Маврин, вот, и альбом его называется Rap Star. Что сам он пишет об этом? Помните мультик «Аватар»? Вода, земля, огонь, воздух, у каждого своя стихия. Но был один маг, который владел сразу всеми – Аватар. Так вот, я Аватар, пишет он, в рэп-музыке. Можете убедиться в этом сами, послушав мой альбом. Я пока не рэп-стар, но уже пошел на старт. Давайте послушаем, что приготовил нам Маврин. Чеки. Это какой-то темный тайгер. Да-да-да. Крис Браун там еще где-то будет. Сейчас. Не могу понять, что мне упоминать. А, я сейчас скажу. Ну, забавно то, что на фоне там автотюновый голос, а здесь такой ниже. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Блин, ну что-то напоминает, короче, мне это. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. А, это Кейси. Me and you now. Ну, в общем, по поводу первого трека против традиций. Ну, мне не очень зашло, как-то скучновато. Вот, посмотрим, что будет дальше. Уже нравится, потому что я слышу гитарку, и походу будет что-то мощное. Такая грязная причем. Такой около Скруджи, мне кажется. Хотелось дроп какой-то, прям вот чтоб бащ! Все так нарастало и сразу упало. Резко. Ну, в принципе, неплохо вообще. Единственное, вот, ну, не понравился этот момент, припев. Весь вайб как-то он портит. Осадок любви. Мне кажется, этот звучок, он уже не актуален. Ну, типа, он был актуален еще, ну, максимум в 2015-м. Столько девушек вокруг, но у меня нет ни одной. Любовь без осадков, а ну, припев уже такой более трендовый с этими. Простенькая, легкая песенка про любовь. Обложка Fit Mira. Ускочи показатели моей ориентации. Что? Заебали все ваши вопросы. Ты чё, бородатый, худой, как капусом? Суете свой нос, то смеетесь про рост. Вы проклята, то людей судит по госту. Да, не красавчик по коже. Ну, я красавчик под кожей. Эй, смотри же, вон книга. Вывод по обложке мы делаем мигом. Там наша интрига. Но зачем читать, ведь можно стать ником. Если бы мне платили за шутки про бороду, я бы стал очень богатым. Почему она рыжа, утро босек или служба гаты? У Никиты везде все побрито, делал прическу, как у Брэд Питта. Да я завидую Клину, ведь он выступает за бабки в свете софитов.
Вот не нравится мне этот момент. Не надо было петь, надо было дальше читать. Трек-то прикольный и близкая мне тема. Но Мира не очень понравилось. Лайки. Что-то интересное, походу. Давно по экрану тебе, детка. Только не показывай меня предкам. Скинь дик свою футочку без майки. Обещаю накрутить тебе лайки. Лайки, лайки, лайки. Обещаю накрутить тебе лайки. Там на заднем фоне еще девушка поет, да? Почему-то она не указана тут. Ну, ладно, что я хотел сказать. Вроде такой жестковатый звучок, сам бит. Текст и исполнение как будто слабоваты для этого минуса. Ну, по-по-по, вот так вот. Рухнет мир и сгинет на восходе лет. Деградация, как наводнение. Но мои треки на устах твоих друзей. Это все грязи, все по местам. Трек Rap Star Feed Great Wood. Интересный звук. Но что-то прям так громко началось все. Не выдержит моя бурная рекина. Как кино Тарантино. Мясо и кровь, дом под карантином. Я крокодил, да, а ты. Если бы ты во мне не играл, и мне не надо ваших советов, я сам себе даю на все ответ, ублюдок, но я точно выстрелю. Что-то под конец прямо сейчас сложно было. Так, давайте быстренько об этом релизе. Понравился более-менее «Демоны», обложка, ну, короче, более-менее прям, не сказать, что прям я вау, кайфанул, но они были бы интереснее, если бы с ними еще немножко посидели бы. Вот. Я хочу пожелать удачи Маврину и надеюсь, следующие релизы они будут куда сильнее, качественней и интересней. Вот, ну а теперь приступаем к прослушке треков «Масло черного тмина». Давайте начнем с EP. Тут 3 трека, давайте слушать. Блин, клёво вообще. Короче, трек прям почилить, улететь куда-нибудь просто и кайфовать. Как это прекрасно. Ну реально, очень круто. Я с самого начала охренел. Интересно, что будет дальше. Так, танцуй. Мальчик. Хорош! Кто этот человек? Это так круто! Зака, ну-ка. Я, короче, сейчас добавлю себе его, походу, все треки. Пальмы. Как они все отличаются, а? По музыкальке. Как я люблю такую штуку, а? Но, блин, это такой блюз, типа. Это моему отцу точно зайдет. Круто. Тут, короче, у него плейлист на 35 треков, по-моему, да? Тут уже миллион прослушиваний. Но мы все не будем слушать. Все я послушаю отдельно как-то.
А сейчас, ну, просто какие-то, короче, выборочные. Я еще поищу сейчас в комментариях, что вы пишете. Давайте слушать. Блин, вот был где... А, так я его слушал. Что для тебя красота? Клип я смотрел. Видео. Да, да. Карина Истомина еще, по-моему, где-то его советовала. Я такой, типа, ну, надо заценить чувака. Я теперь понял, кто это. Мы помним самые братские, это синие. А хаски, это псины. У них краски, панелька. Я бы записался с ним, но у меня не бакс, я копейка. Чем мне взять-то быть не красным? А хаски же писал о нем, типа... Надеюсь, этот чувак выстрелит. Ну, он его отметил в одном из интервью. Крутой чувак, чуваки. Почему я его раньше не послушал вообще? Этот. А, ну, напоминает, конечно, Ace of Rocky. Excuse me. Но я понимаю, почему мне начинает нравиться он. Так, давайте слушать по списку. Хеликоптер, масса черного тмина в 9.00. Нету этого трека. Пожалуйста. Пожалуйста. Док, привет. Помнишь, короче, мы как-то у тебя были и... дебильных рэперов убить, чтобы поржали. Мы вышли за границу. Мы вышли покурить. Офигеть! Мы вышли как обычно. На пустой тасты камеры. Охренеть, мы какой больше... чувак крутой! Мне больше не снится. Мам больше не снится. Мне больше не снится. Это сука даже. Это просто мусор. Я так понял, у него, короче, ну, он любитель соло, джаза и блюза. Ну, такого, в общем. Почему он еще не выстрелил, а? Просто мяк. Да. Да пиздец, брат, вообще, что вокруг происходит? Я похуй. Что ж такое, сука, ублюдок? Он причем в своем образе бывает нахуй. Это все, о чем ты думал? Если ж белый свет в розовых очках, ну что? Еще раз сменится. Блин, короче, можно спокойно, смело вообще включать этот плейлист в наушники и лежать вообще, слушать, улетать куда-то в его мир и кайфовать вместе с ним. Так, аппарат президента 2. Я что-то не вижу первую часть, но... Охренеть, вообще, ну... Это крутой чувак. Я просто поражаюсь, насколько он разный. Охренеть, какой странный чувак. Максимум Блэк. Шикарный флоу, короче, у чувака. Он везде такой разный, и он играет со своим же музлом. Я не знаю, конечно, это он, наверное, битмейкер, да, сам все писал. Да даже если не его, то он чувствует эту музыку, он с ней играет, и это очень круто. Но Масло, конечно, депрессивный чувак. Я думаю, ну, это понятно. Прикольно. Что ты скажешь? Так, ну вы мне, в общем, советовали прослушать в основном аппарат президента 2. К
Короче, однозначно, чуваки, если вы до сих пор еще не слушали «Масло черного тмина», зайдите в группу, ссылку я оставил в описании. Что для тебя красота? В общем, и на этой красивой ноте давайте поговорим. Я реально кайфанул с «Масла черного тмина», нашел информацию о нем, сейчас почитаю. Ну вот, как оказалось уже, это он, Айдын Закария, и его битмейкер, и они часть тусовки Роскоу. Вот, но тут, по-моему, да, тут есть ссылка еще в группе. Короче, ссылку на группу «Масла черного тмина» и «Маврина» я оставлю в комментариях. Если что, зайдите, оцените, послушайте. Спасибо всем, кто ждал эту прослушку. Спасибо, что советовали мне прослушать его треки. Сейчас я этим и займусь. Вот, и до скорых встреч. Пишите в комментариях, кого еще можно послушать. Короче, всем пока. Check it out. We'll be right back.